Всем привет, меня зовут Карим, и я сейчас нахожусь в театре драмы имени Наума Орлова города Челябинска. В зале тепло, и не секрет почему. Потому что люди пришли сюда за хорошей порцией бардовской музыки, авторской песни. А собрал их народный артист России, наш друг и товарищ, а главное наставник Олег Митяев. Ну все, пойдемте слушать. Внимание, сейчас самое интересное. А самое интересное в театре где? Правильно, за кулисами. Пойдемте, я вам все покажу. Все идет по плану. Как и подобает перед концертом, у хора и у Олега Григорьевича проходит саундчек. А прямо сейчас за моей спиной собирается зрительный зал. Очень скоро все начнется. Холода, а ранетки на ветвях, словно бусинки в садах, все не падают. В этот осенний вечер завершить наш репортаж хотелось бы словами из песни Олега Митяева. «Крепитесь, люди, скоро лето».